Что здесь у нас? 3x6, две штуки. Маскировочные сети от группы Немакраме Воронеж. Спасибо вам большое. А также от группы Калибр 36. От группы Немакраме из Воронежа передаем отряду специального назначения маскировочные сети, которые здесь очень необходимы. Дорогие друзья, мы встретились с нашими воинами из отряда специального назначения, которым передали очень нужные, ценные вещи. Не только то, что их питает телесно, это как продукты, как средства гигиены, как маскировочные сети, которые здесь очень необходимы, так еще и технику. Хочу особо выразить благодарность за вот такие вот дорогие вещи Mavic 3T, ружье антидроновое, движению 40-40, фонду «Спаси жизнь» и ансамблю «Борода Фолк». Также за приобретение «Мавика 3» наших слушателей, подписчиков. Отдельно хочу поблагодарить за весомый вклад в приобретение таких «Мавиков» Татьяну Михайловну Авдееву, торговый дом «Хлебоград», Антона из Москвы, прихожан всех Воронежского Троицкого храма, которые также плетут сети вместе с группой Немакраме, Калибр 36, которые очень много там, в тылу, вместе приближают всем нашим русским народам нашу общую победу. Отдельно хочу поблагодарить наших волонтеров из дальнего зарубежья, чьи имена вот я могу назвать, это Наталья, Татьяна, Елена, Жанна, Марина, Вера и многие другие, которые там, находясь в зарубежье, сопереживают нашим русским людям здесь, и чтобы мы могли сюда приезжать и привозить вот эти необходимые вещи, они объединяются, собирают какие-то средства финансовые и в обход санкций через различные схемы придумывают, как помогать сюда волонтерам их отправлять, чтобы мы могли потом доставлять сюда ребятам то, что здесь им жизненно необходимо. Поэтому огромное-огромное спасибо всем вам. Без вас, конечно же, ребятам здесь было сложнее. Еще хочется выразить слова благодарности всем, кто принимает непосильное участие в помощи нам здесь. Каждый из нас делает вклад в эту победу. Кто-то здесь, кто-то дома. И огромное вам спасибо. Вместе мы победим. Спасибо всем, кто организовал, кто доставил, каждому, кто принимал участие. С Божьей помощью мы по-любому сделаем это дело. Таких ребят много, смелых, которые готовы идти до конца, как бы там ни было. Своим примером показывают, что это наша Родина, и мы обязаны за нее постоять, отстоять, чтобы никто не смел на нас базариться. Также хочу от Ксении из Москвы передать вам икону Архангела Михаила, как вы знаете, это главного архангела воинства небесного, чтобы он помогал вам с таким вот огненным мечом и щитом, такими же стойкими, крепкими были вы, и в ваших руках была такая же сила, как и у архангела Михаила, которая будет, несомненно, побеждать врага. С Богом! Не только физически, но и духовно, когда человек развивается, силен, это уже совсем по-другому, никакие преграды и там опасности уже не страшны. Без одного другого не будет, потому что что у человека внутри, какой его внутренний мир, и чем он обогащен, чем он наполнен, таким он будет и внешне, и те, кто рядом с ним. Ведь подобные притягиваются к подобным, правильно, согласитесь? Если говорят, скажи мне, кто твой друг, если уже таким светским языком говорят, я скажу, кто ты. Также и здесь, если рядом с нами очень интересные, наполненные богатым внутренним миром люди с какими-то фундаментальными, такими серьезными ценностями,
жизненными, духовными, то, конечно же, рядом с ним будут подобные, они от него будут питаться и распространяться туда дальше. Поэтому спасибо большое вам, что вы с таким крепким, сильным стержнем, есть такие наши русские богатыри. Ну а мы будем помогать вам, рады знакомству. Взаимно, взаимно, да. Тоже очень рады, очень ну, приятно. С Богом. Максим, мы выполнили ваше поручение, передали от вас подарки и, конечно же, стяг Дмитрия Донского с изображением Спаса Нерукотворного, который, безусловно, как Сергием Радонежским благословленным Дмитрия Донского и его войска, он благословлял этот стяг, был с ними, помогал их, поддерживал духовно, так он будет помогать и здесь нашим воинам, придавать им сил и Божьей помощи. Макс, спасибо большое, брат, все получили. Так что не переживай, все нормально. Спасибо. По-другому быть не могло. Да, по-другому быть не могло. Да. Все вместе мы победим. Победа будет за нами. Всего хорошего. Да. Удачи. Приятно. Тебе? Спасибо. Давайте. Спасибо большое. И вам огромное. Да. Берегите себя. Не прощаемся. По поводу писем. Быстро, чего? Не прощаемся. Все. Все. Да, мы на связи.